Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Lexus 2011 года выпуска, модель CT200H, гибрид, 1.8, бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 40 тысяч километров, заменю на нем масло в двигателе, фильтр воздушный, масляный и салонный. Открываю капот и меняю воздушный фильтр. Менять здесь его, судя по всему, проще простого. Отщелкиваем защелку, одну, вторую, приподнимаем крышку и отводим в сторону. Беру новый фильтр 17801 37021. Фильтр поставлю оригинальный. Посмотрю, как там у меня. Грязи там нет. Теперь завожу снизу направляющие. Одну, вторую. Опускаю крышку вниз. Поправляю и защелкиваю. Масло чистенькое. Поднимаю автомобиль и сливаю масло. Пластиковая защита, но вот здесь вот лючок пропилен, вот как, ну, разрезан, видать, он должен открываться, и сливная пробка должна быть, и фильтр масляный должны быть под ней. Снимаю вот эти клипсы. Ну, совершенно верно. Но вот удивительно, почему масляный фильтр с небольшим потеванием. Пробочка, головка на 14. Thank you.
Так, масло темноватое, а на щупе смотрится светленьким. Так, пусть стекает, и откручиваю колпак. Сниму вот этот фиксатор. Затянуто так крепко. Затянуто очень крепко. У меня даже вот эта приваренная чашка начала прокручиваться. Помогу еще таким ключом. Ничего подобного. А, это не приварено, четырехгранник начинает скручиваться. Забавно. Сейчас раскалю крышку, новую придется покупать. А снимать надо. Закручу-ка я пока пробочку. Сломаю, так сломаю. Что делать? Пошла. Это ж зачем я так затянули-то? Да. Это вот еще раз к тому, что сначала нужно фильтр менять, а потом масло сливать. Вот я фильтр заменил после того, как пробочку закрутил. Видите, масло в поддоне не прибавилось. Закручиваю на место пробку.
мою колпак, снимаю резинку, осматриваю его на повреждения, нет ли трещин, почему он потел, может быть, резинку просто не заменили, зачем его так сильно затягивали. Никаких я повреждений на корпусе не увидел, кроме тех, что сделал я. Вот кусочек оторвал, ключом пытаясь его открутить. Беру новый фильтр, оригинальный, 04-152YZZA6. Новый фильтр. И новое кольцо осветнительное. Смазываю его силиконовой смазкой. И закручу. Смыл подтеки. Затягиваю пробку сливную и ставлю фиксатор. Честно говоря, зачем этот фиксатор, я даже и не знаю. Колпак и так не откручивается. Ставлю на место клипсы. Все, опускаю автомобиль и заливаю масло. Заливаю масло. Масло беру 0,20. Масло беру Toyota 0,20. Специально для гибридов идет масло. Высококачественное моторное масло с возможностью экономии топлива. Это именно для гибридов идет. Номер для заказа идет 08880. 83-265-ГО. И заливаю. Влил 4 литра масла.
максимум. Ну, сейчас еще уйдет в систему, идет фильтр маленько. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Что радует, аппарат не заезжен и обслуживался нормально. Даже если посмотреть в двигатель, все чистенько и беленько. Даже налета желтого нету. Ну, запускаю. Это не про гибрид запускаем. Вот я его запустил. Сейчас заведется. Он сам заведется. Ну и все. Идем меняем салонный фильтр.